О судьбе оборонных предприятий поговорили в правительстве области. Там прошло совещание руководителей оборонно-промышленного комплекса с заместителем председателя военно-промышленной комиссии России Олегом Бочкаревым. Участники встречи отметили увеличение объемов гособоронзаказа. Также Бочкарев посетил завод «Корпус», где ему рассказали об истории предприятия и продемонстрировали изделия, которые оно производит. После чего побывал на Саратовском агрегатном заводе. В рамках визита также прошла встреча зампреда военно-промышленной комиссии с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым, на которой обсудили перспективы дальнейшего развития предприятия оборонки. Я давно в оборонке, всю свою жизнь. Да, вот вспоминаем 90-е годы. Что было на повестке дня? Дайте работу, дайте работу. Сегодня повестка дня. Очень много работы, очень много работы. И наши коллеги, руководители, называют цифры роста и в 2, и в 3, и в 5 раз нужно растить объемы производства. Это, безусловно, непростая задача. Задача поставлена государством, прежде всего. Вы совершенно правильно говорите. Мы здесь не имеем права просто и сорвать ее. Во-вторых, учитывая такие вот взаимоотношения, оно вдвойне заставляет работать по-другому и модернизироваться, и заниматься уже выпуском, наверное, тех комплектующих, которые откуда-то получили с сопредельных территорий, рассчитывать на свои возможности. Для этого есть и научный потенциал. То есть вся эта вспомогательное звено тоже есть, которое может обеспечить. И тот заказ, который необходим сегодня исполнять, может быть и на месте.